хотелось бы начать свой рассказ с вот таких EDC-ножниц, которые представлены в брелочке. Еще один экземпляр. Металлические дужки, складные ножницы. Можно повесить на ключи, куда угодно. Режут замечательно, стоят копейки. Первый лот стоит 260 рублей, доставка 160 рублей. Все ссылки будут в описании. Выглядит в форме ручки, презентабельный такой вид имеет. Легко разбирается, ну и готовы к работе для резки бумаги. Лот номер 2 стоит 86 рублей, доставка 79 рублей. Аналогичный вариант, имеет немного другой дизайн, внешний вид колпачка, ручки съемной. Для резки бумаги с пружиной, подпружиненной. Для рыболовов ножницы стоят 73 рубля, доставка 47 рублей. Выглядит следующим образом: в форме небольшого ножа сделанные. Можно повесить на брелок, при случае подарить кому-нибудь, кому понравится, так сказать, или не жалко будет. Имеет насечку на режущей кромке. Карманный инструмент для любителей EDC ножей. 68 рублей, доставка бесплатная. Выглядит следующим образом. Маленькие миниатюрные ножницы, сделанные из стали с накладками под карбон. Крепятся на карабине. И, соответственно, для того, чтобы ими воспользоваться, нужно снять с карабина. Следующий лот. Такие ножницы у меня были в детстве. И не одни. Стоит 38,40. Доставка 59,45. Выглядят следующим образом. В складном состоянии. В районе 3-4 сантиметров. Раскладываются. Легко повесить на брелок. Ну и самый оптимальный вариант для меня сейчас. Ножницы такие же, как у меня на видео. 66 рублей 88 копеек. Доставка бесплатная. В золотом и серебряном исполнении. С инструкцией, как ими пользоваться. Режут картон хорошо, очень острые.